Блин, и в такой снежный день я буду сидеть весь день дома? А что делать? Описать хочу. Маш, просыпайся, слышишь? Ты все проспала, уже времени много. Вставай, у тебя будильник сработал, Маш. Вставай. А что я здесь делаю? Какого фига я на диване? О, ребята, вы уже здесь. Всем привет. Точно. Я же собиралась провести здесь 24 часа. Ну, раз уж я здесь, значит, наверное, мои 24 часа уже начались. О, у меня еще тут ничего нету, ни поесть, ничего. Да-да-да, давай, вставай. У тебя есть 5 минут. Че? На сборы. Время пошло. В смысле, блин? Зая! У меня есть корзинка. А что мне собирать? Все, что ты будешь делать. Краситься. Блин, я же еще и не накрашенная. Точно, погнали сначала в ванну и соберем мою косметику. Ладно, так, давайте собирать всю мою косметику. Так, косметичка, она, как обычно, у меня вся разбросана. Так, это я не знаю, надо или не надо, тоже берем. На месте разберемся, нужно мне это или не нужно. Еще, наверное, все эти кисточки нужны. О, нет, бежим. Бежим на кухню, бежим. Стой. Нет, как же ноутбук? Так. Ага. Так. Ладно, пойдемте вниз, побыстрее. Господи, надеюсь, я успею. Теперь нужно что-то взять покушать, потому что, ну блин, 24 часа на диване, это не смешно. Так, давайте смотреть, что у нас есть из еды. О, у нас есть вот такая вода. Тут всегда есть какие-то вкусняшки. Актимель. Раз, два. О, какие-то булочки из KFC. У нас есть растишка. У нас есть еще вот такая растишка. Ребята, у нас куча всякой вкусной еды. Молоко. Тарелка у меня будет вот такая красивая, новогодняя. И я надеюсь, у меня есть какие-нибудь сухие завтраки. Блин, они не очень, но пофигу. И ложки. Ложки мне срочно нужны. Ложки возьмем вот такую, хотя бы одну. Я все, ребята, погнали быстрее на наш диван. Я успела. У тебя еще 1.5 минуты осталось. Я не знаю, что я буду делать. Смотри, у меня здесь книги есть. Книги. Хз, что это за книги, но я думаю, будут интересны. Так, давайте смотреть. Может быть, я какую-нибудь себе свечку подожгу. О, давайте возьмем такую и вот такую штучку. И будем вкусные свечки поджигать. Все, у тебя вышло время. Серьезно? Да. А мне больше ничего не надо. Я, в принципе, все самое необходимое взяла. Ты что, у тебя ноги-то на полу? Давай, убирай. Все, время-то вышло у тебя уже. В смысле? Все, ты на диване. Типа я вся должна быть на диване? Конечно, да. Блин, это очень неудобно. Но по-другому никак. Ты хочешь сказать, что я все 24 часа буду только по дивану передвигаться? Только диван. На что я согласилась? Просто трэш. Ладно, ребята, давайте разбирать все мои залежи. Я вот зачем-то вот это взяла. У меня нету кипятка. Будешь жевать ее. Вы когда-нибудь ели незаваренную фунчозу? Мне кажется, такая гадость. Фу. Ну что-то я прям кучу всего напихала. Моя бедная косметика. Я тут такие книжки собрала. Трансформатор. Психосоматика на пальцах. Мне кажется, я сегодня стану очень умной. Там у нас на улице такой снегопад. Офигеть, ребята, посмотрите. Блин, и в такой снежный день я буду сидеть весь день дома? Блин, ну почему именно сегодня такой снегопад? Ребята, я так хочу на улицу. Ну ладно. Раз уж я сегодня 24 часа на диване, нужно принять эту суровую реальность и развеселить себя здесь, что есть мочи. Начнем мы с вами с макияжа. Итак, моя косметичка, она вся просто полностью развалилась. У меня вывалилось все. Палетка теней, надеюсь, выжила. О, красота.
У меня тут, кстати, смотрите, какое зеркало крутое есть. Мне очень нравится. Итак, начнем мы с вами, наверное, с тона. Немножечко тонального крема, так, тень. И начинаем втинивать в кожу. Слушайте, ну уже неплохо. Мне уже нравится, как я выгляжу. Ну, наверное, сегодня мы сделаем легкий макияж, ведь я все равно буду целый день дома. И меня, кроме вас, моих любимых зрителей, никто не увидит. Поэтому, чего уж тут сильно прям вынаряживаться, давайте сделаем что-нибудь прям такое легкое, свежее. А где моя кисточка? У меня сегодня желтая пижамка, так что давайте выберем вот эти вот желтые тени. Чин-чин-чин, и почти готово. Мне кажется, теперь я похожа на какую-то пчелку. One hour later. Ну все, теперь точно все. Теперь мне нужен карандаш. Later. Это почти все. Теперь мне нужна тушь для ресниц. Она очень классная. Much, much later. Ура! С глазами все. Теперь нам нужно немножечко пудры. Так, пудра, ты где? Я ее нашла, ребята. Это моя самая любимая пудра. Так, макияж почти закончен. Теперь немножечко бронзера, который у меня тут решил немножечко разваляться. Я это буду делать все на ощупь. А дальше у меня по плану румяшки. Надеюсь, мои румяна еще не закончились. Ой, тут прям вообще трэш. Почти финальный стрих. Оформляем брови. Я взяла просто прозрачный гель для бровей. Просто вот так вот сделаем. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Готово. И теперь реально финальный штрих. Я, к счастью, взяла кисточку для хайлайтера. А вот сам хайлайтер, я не знаю, вообще взяла или нет. Да, я взяла, ребята. Вот он, хайлайтер. Открываем его и наносим. Кстати говоря, вы смотрели видео, где я целый день жила задом наперед. Я сейчас вспомнила, потому что я в том видео хайлайтер наносила просто на голую кожу. А потом уже весь остальной макияж делала. Посмотрите, это было просто невероятно сложно. Но в то же время весело. Я ходила задом наперед, я ела задом наперед, я гуляла задом наперед, я водила машину задом наперед. Мне даже пришлось пойти в магазин, потому что у нас дома не было ничего вкусненького. И вы бы знали, как на меня люди смотрели странно. Я ходила задом наперед, и у меня куртка была одета задом наперед. Короче, это просто был трэш. Ну, вроде бы получилось неплохо, особенно учитывая то, что я его делала на диване. Ну что ж, дорогие друзья, макияж мы с вами сделали. Для того, чтобы день прошел хорошо, нужно себя попрыскать какой-нибудь вкусной водичкой. Я буду это делать вот такой розовенькой. Вы теперь тоже вкусно пахнете. Ну и теперь предлагаю позавтракать. Короче, прикиньте, я тут такой клад нашла. Я кладу сюда свой планшет. И хотела вот это все разобрать, всю вот эту конструкцию, что мне мешает. И такая сюда руку вот так вот бжинь. А тут, смотрите, какой бжинь. А тут пульты, короче, бжинь. Я уже теле включила, и там уже бжинь идет. Смотрите, какой-то мультик по дважды два непонятный. Ну а теперь давайте завтракать. Я на завтрак себе, ну, наверное, вот это вот возьму. Они, кстати, вкуснее, чем Nesquik. Я уже чувствую, какой шикарный завтрак меня ждет. Ну что, всем приятного аппетита, кто вместе со мной завтракает, обедает, ужинает или просто перекусывает. Я буду сейчас есть этот прекрасный, замечательный свой хрустящий завтрак. Three hours later. Интересная книга была. One hour later. Блин, как же в туалет-то хочется. Блин, а что делать? Ты же на диване. Алло? А что делать? Я писать хочу. Ползи. Куда? В туалет. Ну как я же... Я же на диване. На подушках. На каких подушках? О, блин, точно классная идея. Короче, ребята, у меня тут такая глобальная проблема. Я в туалет хочу, я же молока напилась. Я Денису позвонила, он говорит, ползи на подушках. Я и поняла. Мы берем подушки, которые от дивана, но это же часть дивана, да? Это же вот диван.
Мы их кладем, короче. Мне еще одна нужна. Во. И с помощью них доходим до туалета. Короче, я на одной стою, другую перекладываю. И по сути я нахожусь на диване. Главное не упасть. Дайте челлендж пол это лава. Еще чуть-чуть, еще немножко. Как хорошо, что туалет недалеко от дивана находится. Тут я уж как-нибудь без вас. Это было превосходно. Теперь обратно возвращаемся на базу. А я думаю, а если вот так идти? О, это работает. Ну, неплохо. Я думаю, на ковре такая тема не прокатит. Сложнее, конечно, но тоже реально. Все, как будто бы и ничего и не было. Как будто в туалет мы с вами и не ходили. Книжку я почитала, мультики я посмотрела. Сколько сейчас время-то там? Уже целых 1:12. A few minutes later. Короче, ребята, тут просто трэш. Я зашла в ТикТок и не могу остановиться снимать ТикТоки. Так что обязательно подписывайтесь на мой ТикТок. Сейчас тут где-нибудь вылезет мой ник. Или просто переходите по ссылочке в описании. А сейчас я буду записывать трек под трек. Ну, короче. Все, ребята, я сняла просто наипрекраснейший ТикТок. И смотрите, что у меня получилось. Кто такие эники-беники, которые ели вареники в популярной детской считалочке? А еще я сняла ТикТок под свой самый любимый звук. Слушайте. Вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые? Короче говоря, переходите в мой ТикТок и подписывайтесь. Можно было и не краситься, такая красотка. Two hours later. О, ребята, вы уже тут. Короче, это мой самый продуктивный челлендж 24 часа. Я столько тиктоков наснимала, посмотрите. Время уже 5 часов, а я сняла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тиктоков и еще несколько в черновике отправила, чтобы потом, когда времени не будет, чтобы я такая, опа, а у меня тикток есть. Так что подписывайтесь на мой тикток, там очень классно. Much later. Тут мои любимые Симпсоны идут, представляете? Алиса, включи гирлянды. Включаю. Спасибо. А я, Алиса, сейчас буду кушать. У меня тут целая пачка кукурузных палочек. Кстати, кто не видел, я открыла уже 100 таких штук. Посмотрите обязательно. Искала там разные прикольные подарки всякие. Тут тоже, надеюсь, будет подарок. Тут для мальчиков. Мне досталась машинка. По-моему, у нас такой не было. Реально не было. Смотрите, она прям как будто ретро. Такая красивая, голубая, прям цвет этой голубой пачки. Ну, у меня тут все мягкое, особо на ней негде поесть. Поэтому давайте ездить на планшете. One hour later. Наверное, то... Чего мне не хватало? Потому что я что-то как-то прям приуныла и приустала. Хочется какого-то уюта. Свеча — это то, что мне нужно. Блин, ну все равно как-то скучно. Я уже все переделала. Тиктоки поснимала, в Инстаграм историю сняла, на Ютубе посидела. Я уже все фильмы по 2x2 пересмотрела, ребят. Уже Симпсонов смотрю, это уже 3-я или 4-я серия, я даже не знаю. Я даже не знаю, чем заняться. Я покушала уже 2 раза. Слушайте, а у нас же есть тут потайное место в диване. Давайте посмотрим, что в нем хранится. Мне кажется, там должно быть что-то прикольное. Помогите! О, это было очень сложно. Ого, сколько здесь всего. Офигеть, тут даже гантели есть. Офигеть, тут еще всякие приколюхи. Похоже, здесь кто-то организовал самый настоящий тайник. Тут даже есть красти-бокс, секретные сладости. Нифига тут всяких сладостей. Так я могла вообще еду не собирать. Смотрите, сколько всего. Мармеладки, шоколадные палочки, банановые палочки, еще мармеладки. А это что такое? Праздничный торт? Вы такое когда-нибудь видели? Я вообще нет. Берем. О, а это что?
деревянная рыбалка. Блин, прикольно, тут еще какая-то штука крутая есть. Мне кажется, мне есть чем заняться. Я сначала хочу эту штуку распаковать. Это какая-то штучка, походу. Да, это шоколадное яйцо. Шоки-шоки. Оно огромное. Ребята, посмотрите, оно размером с мою голову. Интересно, что здесь будет. Ой, тут какая-то милая зверушка. Она похожа на какое-то морское чудовище. Мне очень нравится. У нее такие выразительные глаза. Можно встретить на берегах Тихого океана среди камней. Не, ну я так-то бы тоже не отказалась бы побыть на берегу Тихого океана. Ты, я смотрю, тот еще балдежник. Питается ракушками и устрицами. Нифига себе, да? Странная штучка. Что за праздничный торт? Мне очень интересно. Давайте смотреть. О, это я знаю, это лопаточка для торта, это ножик для торта и типа кусочки торта. Вы серьезно, что мне с этим делать? Свечка. А это, наверное, всякие приколюхи. Да, ребят, смотрите, это все вставляется в торт. Все, ребят, это была последняя штучка. Happy birthday to you, happy birthday to you. Давайте-ка вам передам приветики. Итак, ребят, сейчас передаю всем тем, кто появился на этом экране. Эти ребята очень часто оставляли комментарии под моими видео и заслужили от меня огромный и пламенный привет. А если ты хочешь получить от меня привет в одном из следующих видео, то скорее оставляй комментарий внизу под этим роликом, и, возможно, в одном из следующих видосиков я передам привет именно тебе. Давайте теперь смотреть, что это у нас такое. Это какая-то рыбалка. У меня тут сапожок упал. Новогодний шарик. Пряничный человечек. Кэнди Кейн. И еще одна елочная игрушка. Так, 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 давай. Оп. Оп. Давай на скорость. Ать. Давай, давай, ать. О, круто вообще. Давай с тобой на скорость, кто больше соберет. Держи. Ну что, ребят, у нас сейчас будет самая настоящая зимняя рыбалка на скорость. Ты правой, и я тоже буду правой рукой играть. Что, ты готов? Давай. 3, 2, 1. Погнали. Раз. Нет. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Нет, 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 нет. У нас поровну. Я объявляю нас победителями. Юху! Moments later. А сейчас я хочу установить свой личный мировой рекорд. Я хочу надуть огромный пузырь из жвачки. У меня же есть вот такие вот жвачки Love Is. И мы сейчас с вами этим займемся. Погнали. 1, 2, 3, 4, 5 жвачек. Это должно быть пушечно. Желтенькое. Синенькая, розово-желтенькая, зелененькая. Я уже попала. Ах, уже тетя свалит. Все, пробуем надуть пузырь. Все, пытаюсь надуть огромный пузырь последний раз. Если у меня ничего не получится, то я не побиваю этот свой личный рекорд. Буду пытаться побить его в следующий раз. Хорошенько разжевываем. Честно говоря, ребят, я немножко засиделась, поэтому немножечко решила размять свои мышцы, позаниматься, так сказать, привести свое тело в форму, тем более скоро уже спать ложиться, а мой организм еще хорошенечко не поработал, поэтому прямо сейчас у нас с вами офигенная чумовая кардиотренировка. Погнали. Вверх-вниз, вверх-вниз. Триста шестьдесят. Ну все, это моя норма дневная. 360 раз делаю, и все прекрасно. Привет, Бакси! Как твои дела? Привет, Бакси! Как твои дела? А ну-ка, Бакси, отвечай, как твои дела? Вообще-то ему больно, это его рука. Ему больно, Бакси. 2 hours later. Мне кажется, мне даже фильма никакого не надо, я сейчас просто отрублюсь. Сегодня такая насыщенная программа была. Ладно, все равно давайте выбирать какой-нибудь классный фильм, под который я сейчас буду засыпать. Обожаю так делать. Так, «Открытие ведьм». Ну, точно какая-то мистика, я не хочу. «Книжный клуб» смотрела, «Красотку» смотрела, «Семья по-быстрому» смотрела.
Постучись в мою дверь, флористка и бизнесмен изображают пару, турецкий ром-ком для поклонников сериала «Королек». Слушайте, похоже на отчаянных домохозяек, смотрите. Реально, как в отчаянных домохозяйках. Офигеть. Короче, ребят, вдруг я усну, а я 100% скоро усну. Так что давайте, все, всем большое спасибо за просмотр. Люблю вас очень сильно. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм, на ТикТок. Пишите какие-нибудь комментарии, если хотите, чтобы я вам передала привет. Ну, а мы с вами увидимся уже в новых роликах. И всем пока! Thank you.